Вот-вот здоровье. И, конечно же, как его встретить в стиле ЗОЖ. Именно поэтому сегодня проводится новогодний забег. Спорт, это же, наверное, самое главное. Да, да. Самое, для армии это самый главный спорт. Без него никуда не пойдешь. В жизни, конечно, пригодится. Если честно, только вчера узнал об этом. Mm-hmm. И, ну, конечно, хочется пробежать. Это интересно, как первый раз бегу, если честно, тут. Да? Может, загоритесь и будете дальше бежать, да? Ну, конечно. Будете пробовать? Да. Не останавливаться, только вперед. Да. На позитиве, отлично. Первый раз бежим, очень хочется набрать больше позитивных эмоций. Забеги, бегут и чемпионы мира, да, хоть и кикбоксинг, но все равно надо быть всегда в форме, да? Конечно, все спортсмены собираются каждый год, очень приятно видеть то, что так много людей собираются на такое мероприятие. Радуется, классно, что у нас в стране много спортсменов. Кстати, бегут еще и игроки мини-футбола. Вот мы сейчас одного нашли. Как, кстати, это такой перерыв между сезонами, да, на поле? Так оно и есть. У нас сейчас временный перерыв, но мы форму не теряем. Мы все находим, тренируемся, занимаемся. Если есть какая-то возможность побегать, мы с удовольствием принимаем участие. Как прошел забег для вас? Все отлично. Да, понравилось? Мы в течение года готовимся, года тренировок, факультет физической культуры первый. А не тяжело вы так зимой бежать? Нет, даже очень жарко. Как пробежал? Хорошо. Понравилось? Да. Вот уже греешься чаем, да? Замерз? Да. Сегодня со всей семьей, как тебе? Нормально. Понравилось? Да. А вообще сложно было? Нет. Мы спортивная семья, поэтому в нашей семье здоровый образ жизни и спорт присутствует, можно сказать, что ежедневно.